И пока одни ищут способы уйти от межэтнических конфликтов, другие разыскивают самых талантливых и творческих детей. А это значит, стартовал региональный конкурс общественных организаций «Лидер 21 века». Принять участие могут активисты в возрасте от 14 до 17 лет, имеющие опыт работы в команде не менее одного года. «Лидер 21 века» родился по инициативе детской общественной организации. Впервые он прошел 15 лет назад. Изначально целью был профессиональный рост молодых активистов. Сегодня задачи намного шире. Конкурс поддерживают региональные власти и партнеры. Ежегодно в нем участвуют порядка 250 человек. С 1 февраля по 18 марта лучших выявят на муниципальном уровне. И только 10 человек пройдут в финал, который состоится 19 апреля в областном дворце молодежи. Как правило, те дети, которые активно участвуют в деятельности детской общественной организации, они становятся активными и в студенческие годы. Мы их видим в Славянском содружестве обязательно в лагере. А потом включаем в резерв наших кадров, и они сегодня уже с успехом, некоторые из них приняты на работу в областной дворец молодежи. Мы видим реальный конкретный результат. Если вы состоите в детской организации, инициативны, проводите мероприятия и умеете собрать вокруг себя группу единомышленников, торопитесь. Возможно, именно вы – лидер 21 века.